Получается, что стоит $7. Лол, блестяще, представляете цену? И ПЭЦ тоже $7. Электрическая печка. 4,99 стоит. Короче, вот такая куча пакетищев. Завтра будем все показывать. Потому что сейчас мы устали и будем садиться кушать. Так, короче, я достала уже индейку. Пусть она остывает, а мы поедем в магазин пока. Зачем вам зонты на всякий случай с собой? А посмотрите, не обулись, мама не проконтролировала. Никита в летних босоножках, а Лиза в зимних сапогах. На улице где-то плюс 10. Отлично, да, ребята? Ага. Дороги пустые. Дороги пустые, на улицах вон только полиция. Только полиция. Люди сейчас либо готовят кушать, либо готовятся в магазин. А мы уже приготовили покушать. Мы приготовили и едем в магазин. Мы традиционно едем за Веруней. Дети, радуются. Она у нас самый главный товарищ в покупках. Я хочу с Веруней сидеть. Так, давай зрителям предложим, если кто-то хочет, чтобы мы сняли вот в этих вот апартиках, где живут почти только одни русские, видео, пусть нам поставят лайки. Мы говорим русские, но на самом деле там живут и русские, и белорусские, и украинские, и молдавские. Ну да, вот этот комплекс. Сербские, и еще разные. Ну, короче, одни иммигранты практически здесь, и в основном русскоговорящие. Верунь, привет! Привет. Ты опять на Funny Four. Эй, ты что опоздала? Гля, Веруня что-то уже тащит, какую-то там обувь, какие-то что-то в пакетах. Извините, пожалуйста. Присаживайся. Привет, Верунь. Привет, Никита. Как ты, готова к большому шопингу? Да. И охоты за купончиками? Да. Люблю купоны. Мы с Веруней будем охотиться. Нет, ну тут кроссовки, не знаю, кому подойдут, в общем, детям. Да, окей, тоже посмотрим это дома. Тогда выкинешь, в общем. Я не знаю, что нет. Веруня нам подарочек подарила. Сейчас попытаюсь развернуть по дороге. Какую-то масленку крутую. У меня 7 размер. Кроссовки. Так, у меня дежавю опять. Незаметно пролетел год, опять в том же месте, в то же время. Не, не в то же время. Сегодня в 2 часа, по-моему. В прошлом году позже. Пять в прошлом году открылась. В четыре. О, уже, вон, видишь, очередь. О, опять. Опять как это в Кремль. Или как его там, дедушке Ленина в мавзолее опять. Да, ты посмотри, кошмар. Мне уже страшно. Давай наверху проверим. И главное, все сюда приходят, потому что на входе будут давать купончики. $10 с 10, $500 с 500 или 100 со 100. Вот чаще всего это будет 10 с 10. Да. И взрослому один купон на руки дается. И вот если у взрослого 3 руки, то дается 3 купона. А если он двурукий, но зайдет 4 раза, то у него будет 8 купонов. А я что-то подумал, если $500 пойдет, что на них покупать там? Все подряд. Что все подряд? Ну, а что, а я не знаю. Ложки, вилки. Это Андреаша. Где Андреаша? Это Андреаша. Нет, не Андреаша. Это Андреаш. Заметь, все ложки едут, полные машины людей. Насаживают взрослых, чтобы билетики эти, тикеты взять. Вот, люди, купончики. Два таких вот толпа, штрафа. Да? Смотри. В прошлом году, помнишь, стояли она мы... Она там была. Смотри опять. В прошлом году мы стояли... Под дождем. Или даже не дождь был, а снег. Там сейчас народу. Ужас. По-моему, даже больше, чем в прошлом году очередь, да? Да. Так, ребят, долго не снимали. Мы с Веруней вдвоем остались, наши уехали. Это вот у нас, наверное, какой уже? 8 или 10 пакет, да? Потому что мы уже много пакетов отнесли в машину. И наши уехали. Сейчас покажем, что, допустим, мы здесь покупаем. Да, вот смотри. Вот такая печка делает сэндвичи. Маленькая что-то греть. Электрическая печка. 4,99 стоит. Здесь многое по 7,99. Это вот что-то разогревать, типа сковородой какой-то, да? Типа сейчас... скоровар. Да, вот подогревать. Сейчас я покажу еще, что здесь есть. Так, это слоу-кукер, да? Это вот тоже готовить медленно, тушить что-то. По 7,99 кастрюля. А это по 4,99. Сейчас я покажу, мы чайник купили. Тоже.
Короче, все, что здесь стоит, в основном по 7,99, по 4,99. Вот такой чайник, вот он стоит за $22, мы его купили за 7,99. Вот смотрите, было, допустим, 39 набор, сейчас за 29 продается. Если, пожалуй, вот такой нам возьму, мне нравится. Так, а почем это сейчас? 29, палеточка такая. Сефора. Ой, как я люблю эти Dolce & Gabbana, такие классные. Мне здесь стоит большой пузыречек $98, получается 100 миллилитров, наверное, да? Вот этот, да, пузыречек. Классный. Здесь где-то были подарочные наборчики. Так, а, да, вот, наверное, подарочная. Почем он сейчас? Здесь несколько видов, по чуть-чуть, да? $35 сейчас стоит этот набор. Так, возьмем этот подарочек, да? А кому? Соня? Да. Короче, мы все больше и больше затариваемся в Цейруне. Сейчас пойдем посмотрим еще. Вот эти подушки мы купили за 2,99 за штуку. Покажем вам, где они. Пойдем. Все новогодние украшения, 60% скидка сегодня. Смотрите, какая красота здесь. Но у нас дома уже почти все есть. Ой, ничего себе, чуть не снесла игрушки. Короче, мы вот такие вот подушки взяли, они по 2,99 за $3. Мы их берем, потому что детям нашим нравится. Их хватает ровно на год. Так, а вот смотри, полотенца как раз нам подойдут. Мы в нижнюю ванну детям купили коврики вот такого цвета. Смотри, подходят полотенца. Да. Смотри, они 2,99 стоят всего, представляете? Это не после купания, а просто вот вытереть что-нибудь. Мне кажется, самый раз, да? Получается, что вот это 2,99, а есть здесь ручное маленькое. Ты видишь где-нибудь? Вот, да? Давай я наберу. Нет, а, это совсем, да? Совсем поищешь? Есть что-нибудь? Хотя, как ручное, это же тоже можно повесить. Они вон там еще есть, мы туда пошли. Слушай, а вот хороший по 7,99, да? Давай, наверное, одно вот такое, которое подешевле. Вернее, бери одно вот такое. Вот у меня руки уже заняты. Вот да. Это? Вот такое, да, еще бери. Хорошее. А теперь ручное надо для рук еще найти. Подходит? Да. Слушай, вот возьми на мои, которые у меня вот эти по 2,99, они худшего качества. Вот это 7,99, это ручное. Это лучше. Лучше, да? Да. Мне нужно два ручных. Для рук. Для вытирания рук, да? Вот такие вот получаются. Да, вот. Так, ну все, давай тогда поищем платить за вот эти полотенца. Мы уже, короче, все купили. Вот такое вот огромное. Еще папа отвез примерно столько же домой уже. И сейчас просто пройдемся, снимем для вас. Так, давай сейчас покажем, почем лолы здесь. Мы взяли лолы. Короче, вот такие блестящие лолы здесь. По 9,99 минус 30%. Я первый раз вижу на лолы скидка. Смотрите. Получается, что стоит $7 лол блестящий. Представляете цену? И пэтс тоже $7. Мы взяли Лизе таких. Такие игрушки, короче. Все игрушки, вот эти вот 30% скидка. Вот такие какие-то мы тоже детям взяли на Рождество подарок. Я вот думаю, может быть, мне это яйцо взять детям кому-нибудь в подарок. Оно сейчас стоит... Так, $60, получается $42, да? Вот такое вот яйцо. Очень хорошая, низкая цена. Я, наверное, возьму сейчас еще куплю вот это. Единственное, что такое, розовое или белое. Наверное, розовое, да? Лучше. Это игрушки вообще дешевые такие. А это что? Фотоаппарат? Мы такой покупали фотоаппарат, он вообще мертвый. Это детские компьютеры. Все это очень дешево сейчас стоит. К примеру, вот этот компьютер детский. Сейчас я найду цену его. $40, а $60 сейчас скидка. Получается где-то 18 долларов где-то, да? Вот такая. А он, глянь, какой этот глобус, дети всегда хотели. Светящийся в темноте. Может, лучше глобус взять вместо вон той игрушки. Какой? Да вот это Лизе, а вот это старше. Не знаю, нужна она им или нет. Мне прям хочется что-нибудь такое взять. Или лучше Google Map использовать в компьютере, в планшете. Не знаю. Наверное, лучше Google Map. Так, ладно, пошли тогда. Мы купили тарелочки еще, сейчас покажу вот такие. Вот этот набор, если с купоном, то он $20 будет стоить. Здесь 40 предметов, тарелки, кружки, все хорошего качества. А мы купили
по 10 долларов, два вот таких набора. Здесь 16 предметов. 4 кружки, 4 таких, 4 таких, 4 таких. Супер. Так, все, домой. Так, короче, вот такая куча пакетищев. Завтра будем все показывать, потому что сейчас мы устали и будем садиться кушать. А это моя любимая. Коля себе подарок выбрал и уже знает опять его. Опять залез, да? Не, ну я ему показал, потому что у нас один Коля только подарки знает точно свои, как они выглядят. Даже мне интересно, распечатать будет, да? Один Коля знает, что он хочет, да? И тот, хочешь ли ты его или нет? Так, ну что, стол мы накрыли уже. Кушать будем там. Вот это у нас детское такое шампанское. Кстати, французское и органическое, экологически чистое. Оно так... Вкусное? Да, оно выглядит как настоящее. Так. А что это? Это детское шампанское, безалкогольное. Как? Так, ну что, давайте, берите тарелочки. Давайте. Будем раскладывать. Бри, оно да. Вкусного? Мой любимый сыр Бри. Очень люблю его. А это... Так, секрет. Это я покупала в магазине. Мама, можно попробовать немного? Ты, да, попробуем. Это у нас чизкейк, это печенье с орешками. Печенье. Хотела сделать картофельный салат американский, как по американским традициям, но оливье лучше. И решила сделать оливье. Турка. Это турочка. Угу. Специи на ней запеклись. Сильно. Так, ну что, приступаем, режем, накладываем. Давай. Это другой салат. Это оливье. Так. Он другой, потому что это тут... Морковка. У нас в оливье всегда... Я оливье не делала 100 лет, даже Коля забыл, что там морковка должна быть. Это так. В картофельном, в американском салате нет морковки, а в русском есть. Так, ну что, вкусно все? Да. Индейка хорошая, пропеклась? Очень. Ага. Приятного аппетита и с праздником вас. Да. Спасибо. Как всегда, традиция, да? Сейчас еще чаек попьем. Кошмар, это кексик из магазина, кошмар. Он называется «Мама в магазине купила кексики». Так, заключительный этап. На свечках жарим маршмеллоу. Загорелось, нет? Загорелось капельку, обгорелось. Мягкое внутри стало уже или нет? Нет. Задулось. Ух ты! Что там? Ого, это много как-то. Погоди! Это, наверное, уже онлайн-покупки приходит. Я еще не успела по магазинам проехать в черную пятницу. Это, наверное, кофеварка. Ставьте на стол, кофеварочка. Давай, давай, давай. Ну что, сегодня у нас Black Friday, да. Следующий день, черная пятница. У нас со вчерашнего дня вот такая куча пакетов. Еще посылка сегодня пришла. И мы купили дрон. А сколько еще посылок нас ждет? Еще одна посылка и еще несколько покупок. Так. Но здесь у нас не все пакетики. Есть кое-какие пакетики, которые я по определенным причинам не буду сегодня открывать и показывать. Тайные пакеты. Тайные пакеты. Ой, как я вот эту посуду хочу посмотреть, как она выглядит. Я уверена, что она классная будет. Мы купили две коробки. Ну-ка. Какая красота. Классная. Супер, да? Да. У нас получается 8 таких тарелок будет. Восемь вот таких кружек. Куда эти мне снять? Будет. Твоя, да, уже да. Прям сразу. Это круто. 8 таких, это для супа, да, получается? Да. Суповых тарелочек. И еще должно быть 8 маленьших. Суп. Или больших совсем. Больше нету. Все, да? Может быть, в этом? Вот они маленькие. Ах, тут. Ой, какие классные. Маленькие такие. Мусор какой-то. Давай. Это надо мыть все. Да, ну естественно, да. Угу. Класс, вам нравится, дети, такой набор? Очень. Получается, мы купили вот эти два набора за 20 долларов. Это очень дешево. А стоили одна коробка 80 долларов. То есть две коробки 160. Они стоили 160, мы купили за 20. То есть это практически 90% скидка, да? Так, следующая покупка для Никиты выпросил. Дрон детский. Дрончик. Там батарейку надо ставить. Нет. Тут просто надо. Заряжать надо? Да. Ничего не моргает? Нет, где-то видно, что моргает. Короче, пусть он пока заряжается, вот а мы потом будем. А мы потом будем дальше распаковывать. Пошлите дальше распаковывать. Переходим к ванной, к детской нижней. Сонь, как тебе цвет? О! Это в вашу ванную. Memory foam. Так мягко. Наборчик. Короче, так как у них большой пол и там очень холодный, мы купили два на
набора по три. А, нет, два набора в одном три коврика, а в другом два. Где-то должны быть. И полотенце к ним по цвету. Они разные, но они по цвету подходят, и мы их будем все к вам стелить. Сейчас еще где-то должны быть два ручных полотенца. Одни полотенцем будете пользоваться, другое на замену. По два. Цвет подходит? Как вам? Нравится такой? Очень. Да, нравится. Тебе, вернее. Вся вот эта куча, $3 вышло полотенце. И вот $10 вот эти наборчики. $13 вся вот эта вот кучка вещей. Круто. Тут надо подрезать все. Мемори фон какие мягкие. Очень. Очень. Классные. Да, очень. Единственное, что я не купила крышку на унитаз одевать. Вот это убираем. Да, вот это убираем, стели. Она, в принципе, подходит по цвету, да? Вот да. Эта штучка, крышка. Ну, если я потом куплю попозже, еще я забыла про нее. Короче, вот такие два. И вот эти. Они мягкие, вот эти очень. Я думаю, что вот эти приятнее будет, когда выходишь из ванны, чтобы ноги не мерзли, да? Точно, удобнее. Давай полотенце примерим, потом стирку их бросим. Давай. Короче, вот так вот будет сочетаться полотенце, коврики. И вот там полотенце, коврики. Так, ну это одеяло к нам в комнату с папой. Папочек, распусти его, давай его откроем, посмотрим. Такой пледик к нам с папой. Ой, мягкая. Паша. Классно. Свет такой приятный. Ага, класс. Так, оно у нас получилось за 8,99 это одеяло. А какая у него настоящая цена была первая? Original price. 60. Так, это одеяло стоило 60, мы его купили за 8,99, то есть за $9. Так, там что? Я уже даже не помню, что мы купили. Чайничек. Ага, чайничек за 4,99, за 7,99. А, и шиколад, который нужно делать в 5 годов. Сколько он изначально стоил? $40 этот чайник изначально стоит. Мы его за 7,99 купили. Я давно себе такой чайник хотела, не который на плите греется, а вот такой. И что-то как-то все никак не получалось купить. Не было случая. Вот и большой. А теперь случай есть. Да, большой чайник, хороший. Нет, он заряжает. Много там чайников. Литр 70. Литр 700. Литр 700, да. На, Сонечка, поставь на стол. Так, это я подушку купила одну, хорошую, я не знаю кому, наверное, Соня. Соня, ты говорила, что у тебя блинчик. Да. Там еще есть три подушки дешевых. Она за $5. Это я ее купила за $5, а стоит она, давай посмотрим, сейчас скажу, а стоила она $34. А это по 2,99 подушки, дешевые, они, кстати, очень хорошие, они такие для детей отличные. Поэтому, Сонечка, выбирай себе. Сколько хочешь и какие хочешь. Вот эти я купила просто, чтобы были дома новые подушки. А вот эту Соню. Ты попробуй на всех поспать. На одной полежи, на другой. Потом попозже и скажешь, какую ты хочешь. Да не здесь, здесь они в пленке. Вот эта печка за 4,99 меня больше всего удивляет. Какая у нее original price? Вот это все бренд Cooks, он в GCPenney их местный. $60 эта печка обычно стоит, мы ее купили за 4,99, это вообще, это даже не 90% скидка, это больше, чем 90%. В чем дело? Они практически ее закат отдали, надо просто вот эти поднять, что ты ревешь? Я все рву. И смотри, печка, вот это печка, она еще. Это печка, чтобы делать бутербродики по утрам или там, супы, да, когда хотите. Такая мини-печка. Телевизор. Ой, такая, то, что нам надо для бутербродиков. Это правда мини-печка. Миниатюрная. Это пенопласт. На, Алис, ой, Соня, поставь на стол. Здравствуйте, меня показывают по телевизору. Телевизор, дай сюда. Ну, это мой набор посуды. Вот эта вот поверхность, она очень быстро выходит из этого, из службы. 2 года служит, и потом она начинает уже там откалываться, еще что-то. Я поэтому каждые 2 года меняю посуду. В этом году пришел черед этой посуды. Сонечка, тебе? Ну, Вов. Чего? Короче, там написано... Все, тихо. Там написано на коробке было, что это купер, покрытие тонкое, медь. Вов, почему? Не знаю. Так ли это? Я вот сейчас смотрю на эту посуду и понимаю, что она для нашей семьи миниатюрная.
Нам нужны большие сковороды, большие кастрюли. Я не думаю, что это будет такое маленькое все. Может, вернем? Посмотрим. Папе кофту купили за 3,90. А что за бренд? Boston Traders. Из Капенси. Такая зимняя кофта. Тепленькая. С начесом. Отлично. О, это тебе? Теплая? Да, очень теплая. Не малая рукава? Нет. Самое оно. Так, внутренних карманов нет. Давайте мы перейдем теперь к моей кофеварочке. Еще хлебопечка должна прийти, но она придет в магазин. И мне придется из магазина ее забирать где-то на днях. Моя кофеварочка у меня... Лиз. У меня давно поломалась кофеварка. И я себе как-то все не покупала. Хотел, но не находил такую, какую я хочу. И вот я нашла ее. Она стоила, по-моему, $150, а я ее купила за 80, по-моему. Здесь, короче, делать можно эспрессо и капучино. Это все, что мне нравится. Вся. Ну. Ой. Мама! Слушай, это какая-то лягушка летающая. А что, он выше не взлетает отсюда? А там надо на пульте поставить выше или ниже. А? Как комар какой-то, да? Такая вот балдежка, да? Перед сном. Может быть, спать пора уже, идти в кроватку? Нет, просто еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть? Нет, побольше. Но. Побольше. Так время уже, посмотри. 10:40 вечера. Спать? Нет. Лиз, кто тебе среди Барбоскиных мне больше всех нравится? Ну, думаю, Лизка. Лизка, да? Мое имя Лиза. Только из-за имени или из-за того, что характером похоже? Из-за имени похоже и характером. Нет. Она вообще такая. Да? Пыльтая я. А Никита малыш, да? Ну да. Yeah.